Близится Новый год. В Магадане устанавливают елки и украшают сам областной центр. Однако эпидемиологическая ситуация остается непростой. Отметить праздник в клубе или ресторане не представляется возможным. Вечерний Магадан решил узнать у горожан, как они собираются отпраздновать Новый год в условиях пандемии. Дома. Весело и радостно, позитивно, с друзьями, с семьей. Как обычно, дома. Дома с мужем вдвоем. Сидя дома с родителями. Дома с семьей, родственниками, родителями, с молодым человеком. Не совсем обычно, но как обычно, в семье. И мы любим, моя компания любит ходить в походы. Мы и до Нового года, и после Нового года обязательно пойдем в поход. Я живу на Оле и где-то в окрестности Олы. С удовольствием прогуляемся на море, или, может быть, на Ольский перевал, или в сторону Гадли. Ну, будет весело, я думаю. Ну, я хочу отметить свой Новый год, во-первых, с семьей. Это самые близкие для меня люди. Может быть, даже мы сможем погулять с друзьями и одноклассниками. Дома с родными.